во-первых, и потому как они себя ведут, и потому что они родились в этом городе, и по картине, которую я только что рисовал. Это, во-первых, Борис Козырь, господин Зловецкий, вот, Жук, но они на одном участке, поэтому я не знаю, как бы. Если для 128 округ, то и по картине, и по тому, как себя человек подает, это вот этот человек, Артем Александрович Ильюк. Именно Александрович, потому что там еще один был. Вот. Что касается меня, я не строю людей, Александрович, не строю. Но тем не менее, я и до этого постоянно делал для этого города что-то. Просто это что-то не настолько видимо, как, допустим, строительство детских площадок. Но у меня немедленное количество людей. Сейчас ко мне приходит в основном количество вопросов. 90% возвращается. У меня огромное количество сохраненных браков. Когда приходит, все, он скотина, я его конфликт. И начинается уже как психолог человек на боли. Огромное количество людей, которым я вот здесь поправил. Вот. То есть я с другим методом вношу позитив в этот город. А это не менее важный метод, чем строительство новых районов. Потому что если у нас будут новые бордюры, но не будет согласия в личной жизни,